что итоги первого открытого конкурса хореографических коллективов на приз памяти Анны Захаровой «Ласточка» подведены. Попрошу выйти на сцену членов нашего жюри для проведения церемонии награждения. Дорогие наши участники, попрошу выходить на сцену не более трех представителей от коллектива для получения своей награды. И оставайтесь, пожалуйста, потом на сцене для общего фото. Итак, мы начинаем нашу церемонию награждения. Диплом участника в номинации «Народный танец» категория 14-17 лет награждается образцовый коллектив ансамбль народного танца «Пламя». Руководитель и постановщик Астанина Оксана Сергеевна, балетмейстер Марушав Илья Игоревич. Номинация «Народный танец» категория 10-13 лет награждается хореографический коллектив «Савичора», Московская область, Раменский городской округ, руководитель и постановщик Пивоварова Ирина Евгеньевна. Хореографический коллектив «Малина», руководитель Пивоварова Ирина Евгеньевна. Диплом участника номинация «Эстрадный современный танец» категория 14-17 лет награждается Ломтева Анна, коллектив эстрадно-современного танца «Виорика», руководитель Лисковская Татьяна Михайловна. Диплом участника номинация «Эстрадный современный танец» категория 7-9 лет награждается хореографический коллектив «Отражение», руководитель Дрожевская Анна Владимировна. Пожалуйста, выходите по три человека от представителя коллектива. Диплом участника номинация «Народный танец» категория 10-15 лет награждается ансамбль танца «Лучшее детство», руководитель Кузьмина Марина Витальевна. Участника номинация «Эстрадный современный танец» категория 7-9 лет награждается ансамбль танца «Лучшее детство», руководитель Казмина Марина Витальевна. Оксана Сергеевна, балетмейстер Марушав Илья Игоревич.
категория 10-13 лет, награждается студия танца «Провинция», педагог Генералова Альбина Игорева. Категория «Смешанная» награждается хореографический коллектив «Карамельки», руководитель Конькова Анастасия Алексеевна. Диплом участника. Номинация «Народный танец». Категория 10-13 лет. Награждается трио «Журавушка», руководитель Пивоварова Ирина Евгеньевна. Диплом участника. Номинация «Эстрадный современный танец». Категория 10-12 лет. Награждается студия танца «Провинция». Педагог Генералова Альбина Игоревна. Диплом участника. Номинация «Народный танец». Категория 14-17 лет. Награждается Кузнецова Дарина, ансамбль танца «Жемчужина», городской округ Одинцова, руководитель Янин Илья Владимирович. Диплом участника. Номинация «Эстрадный современный танец». Категория 10-13 лет. Награждается студия хореографии «Стейдж», город Орехово-Зуево Московской области. Постановщики «Просвет мира» Андрей Пейдж. Дорогие друзья, а мы переходим к награждению номинантов лауреатов третьей степени. Номинация «Эстрадный современный танец». Категория 10-13 лет. Награждается школа танцев «Элайнс», город Москва. Руководитель Лаптиева Кира Викторовна. Постановщики Эльвира Просветова Наталья Ющина. Лауреат третьей степени. Номинация «Эстрадный современный танец». Категория 10-13 лет. Награждается образцовый хореографический коллектив «Ивея». Город Жуковский, Московская область. Руководитель Кришникова Ирина Михайловна. Диплом лауреата третьей степени. Номинация «Народный танец». Категория 10-13 лет. Награждается ансамбль танца «Жемчужина», Московская область, городской округ Одинцова. Руководитель Янин Илья Владимирович. Диплом лауреата третьей степени. Номинация «Народный танец». Категория 14-17 лет. Награждается образцовый коллектив Рязанской области, ансамбль танца «Лёд», руководитель Медынская Елена Юрьевна. Диплом лауреата третьей степени. Номинация «Народный танец». Категория 10-13 лет. Награждается хореографический ансамбль «Юность», город Коломна Московской области, руководитель Крысюкова Нина Анатольевна. Лауреаты третьей степени. Номинация «Народный танец». Категория 14-17 лет. Награждается ансамбль танца «Жемчужина», Московская область, городской округ Одинцова. Руководитель Янин Илья Владимирович.
диплом лауреата третьей степени. Номинация «Эстрадный современный танец». Категория 14-17 лет. Награждается образцовый хореографический коллектив «Ивея». Город Жуковский, Московская область. Диплом лауреата третьей степени. Номинация «Эстрадный современный танец». Категория 10-13 лет. Награждается студия современного танца «Интеграция». Город Егорьевск. Руководитель Францикова Евгения Анатольевна. Диплом лауреата третьей степени. Номинация «Народный танец». Категория от 18 лет и старше. Награждается танцевальный коллектив «Ассорти», Московская область, город Воскресенск. Руководитель Сиделева Наталья Сергеевна. Хорошо, куда передать его обязательно нашим победителям свой приз. А мы переходим к награждениям лауреатов второй степени. Итак, дорогие друзья, лауреат второй степени. Номинация «Эстрадный современный танец». Категория 14-17 лет. Награждается студия хореографии «Стейдж», город Орехово-Зуево. Постановщики Леонидова Галина, Илья Манов. Диплом лауреата второй степени. Номинация «Классический танец». Категория 7-9 лет. Награждается Башмачникова Полина, танцевальная школа «Авито», город Москва. Руководитель Тартынская Анастасия Юрьевна. Диплом лауреата второй степени. Номинация «Народный танец». Категория 7-9 лет. Награждается образцовый коллектив Рязанской области, ансамбль танца «Юность», руководители Ивашина Ирина Викторовна, Ивкина Анжелика Васильевна. Диплом лауреата второй степени. Номинация «Эстрадный современный танец». Категория 7-9 лет. Награждается студия современного танца «Интеграция», город Егорьевск, руководитель Просветова Евгения Анатольевна. Диплом лауреата второй степени. Номинация «Эстрадный современный танец». Категория 10-13 лет. Награждается коллектив современного танца «CLCD», город Луковица, Московская область. Руководитель Устинова Татьяна Евгеньевна. Громкие аплодисменты нашим победителям. Дорогие друзья, а мы переходим к лауреатам первой номинации «Эстрадный современный танец», категория 7-9 лет. Награждается студия танца «Гравитация». Педагоги Молчанова, Воронцова, Иваненко и Седова. Будьте аплодисменты. Лауреат первой степени. Номинация «Классический танец». Категория «Смешанная». Награждается образцовый коллектив. Балетная студия «Грация», город Коломна. Марфинова Екатерина Владимировна и Марфинов Семен Михайлович. Лауреат первой степени. Номинация «Эстрадный современный танец». Категория 14-17 лет. Награждается Трифонова Екатерина, коллектив современного танца «CLCD», руководитель Устинова Татьяна Евгеньевна.
диплом лауреата первой степени, номинация «Эстрадный современный танец», категория 10-13 лет. Награждается студия танца «Гравитация». Город Москва. Руководитель Таркинская Анастасия Юрьевна. Диплом лауреата первой степени. Номинация «Эстрадный современный танец». Категория 7-9 лет. Награждается коллектив современного танца «Стиль Эл Сити». Город Руководитель Московской области. Руководитель Кристина Татьяна Евгеньевна. Лауреата первой степени. Номинация «Классический танец». Категория 10-13 лет. Награждается образцовый коллектив. Балетная студия «Грация» город Коломна. Диплом. Лауреата первой степени. Номинация «Народный танец». Категория 14-17 лет. Награждается дуэт Яковлев Максим и Иванова Майя. Городской округ Одинцова. Руководитель Янин Илья Владимирович. Диплом лауреата первой степени. Номинация «Народный танец». Категория 10-17 лет. Награждается образцовый коллектив Рязанской области, ансамбль «Танцы юность», руководитель Ивашева Ирина Викторовна, Ирина Анжелика Васильевна. Жюри. Итак, специальный плюс жюри за сценическую культуру и бережное отношение к народному танцу вручается образцовому коллективу Рязанской области ансамблю танца «Юность». Специальный приз жюри
яркое воплощение сценического образа. Вручается дуэту Яковлеву Максиму и Ивановой Майе, ансамбль танца «Жемчужина» городской округ Одинцова. Данным победителям также вручается сертификат на 3000 рублей от наших замечательных партнеров Dance Help. А теперь мы озвучим специальный приз детского жюри. Итак, специальный приз детского жюри вручается образцовому коллективу балетная студия «Грация» город Коломна. Да, данные победители получают сертификат на покупку видеокурсов или продление методической подписки в размере 7000 рублей от наших Dance Help. Гран-при. Вручается студия танца «Гравитация».